Больше, чем листать ленту Инстаграма, Кира Мирончик любит выполнять элементы на перекладине. Каждый день девочка проводит в гимнастическом зале минимум по 6 часов и готова дать фору любому мальчишке. Поэтому, когда услышала про конкурс, тут же схватилась за телефон. Классно еще между своими друзьями, сверстниками посоревноваться. Я всем друзьям посоветовала посоревноваться, потому что очень классная возможность получить приз так легко. Дотянуться до мечты и залететь в рекомендации предлагает президентский спортивный клуб. Школьники 5-9 классов могут побороться за Sony PlayStation 5, а 10-11 за iPhone 13 Pro. Все, что нужно, подтянуться на перекладине максимальное количество раз. Это можно сделать в школе, в тренажерном зале или на воркаут-площадке. Самое главное – заснять упражнение и запостить его в Instagram. Обязательно нужно указать аккаунт организаторов и поставить хэштег «Дотянись до мечты 2022». И, конечно, подписать публикацию, ведь страна должна знать своих спортсменов. На время проведения проекта аккаунт участника должен быть открыт. Еще одно важное условие – подписаться на официальную страницу президентского спортклуба. Заявки принимаются до 2 мая. Всего определят 6 победителей. Мы, конечно, не можем запретить компьютерные игры, телефоны. Это реалии современного мира, но мы можем показать, что они не мешают вести здоровый образ жизни. Мы каждый день получаем большое количество видео. Очень приятно, что и девочки активно принимают участие в нашем конкурсе. Как известно, у спорта нет возраста. Клуб запустил еще один проект – футбол для всех. Выиграть iPhone 13 может любой. Задача для самых ловких – непрерывно набивать мяч поочередно правой и левой ногой. Кто готов испытать себя? Дерзайте! Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.